Взять ЖКХ под контроль помогают волокжанам активисты городского проекта «Жилкомнадзор». Накануне ревизоры выехали с проверкой по адресу Московская, 29. Уже несколько месяцев жильцы этого дома не могут сменить управляющую компанию. Накопилось и немало проблем, одна из самых серьезных. Дом до сих пор не готов к отопительному сезону, и жильцы рискуют остаться зимой без тепла. С подробностями Юлия Савинцева. А вот этот делюк, вот посмотрите, штукатурка по ней. А в первом подъезде еще хуже. Ремонт крыши в доме на Маяковской, 29, был год назад, но она по-прежнему протекает. Жильцы боятся, что скоро обвалится. Такие же опасения есть и по поводу балконов, ремонт которых тоже был не так давно. Боятся жильцы и остаться зимой без тепла, ведь подготовки никакой не проводилось. У нас и прошлый год такая же история была. Они ничего не сделали. Мы почти в декабре месяц, до конца почти ноября мы сидели вообще. И компания даже не поинтересовалась, что этот, как его, как, у вас тепло, вы в тепле или нет. Компания «Мой дом» пытается управлять этим домом почти 3 года, больше на словах, чем на деле, уверяют жильцы. В доме живут в основном пенсионеры и платят исправно, но даже косметический ремонт подъездов пришлось делать самим. В итоге терпение иссякло, решили сменить управляющую организацию, но этого сделать им не позволяют, хотя компания «Мой дом» официально уже банкрот. У нас было 26 мая собрание жильцов, где мы их собирались для того, чтобы перейти в новую управляющую компанию РЭС-12. Заранее уведомили предыдущую компанию «Мой дом», где было сказано, чтобы нам отдали документацию техническую. Вот. Тишина. После этого мы в жилищную инспекцию написали письмо. Кроме того, за помощью обратились к активистам проекта «Жилкомнадзор». К проблеме подключились представители городских властей, Центра по работе с населением, молодежного парламента, депутаты. Вместе решили обратиться и в прокуратуру города. Тогда в течение недели мы постараюсь я это все сделать и с прокуратурой, если будет необходимость, и тогда с конкурсом управляющим. И попросим прокуратуру вмешаться, помочь. Потому что действительно уже конец августа практически. Дом надо готовить к отопительному сезону. Активисты проекта «Жилкомнадзор» не только проверяют отчеты управляющих компаний о проделанной работе за прошлый год, но и помогают жильцам решать текущие вопросы. И смена организации в последнее время один из самых частых. Особенно страдают волокжане от действий УК «Мой дом». И вот действительно, обращаясь в Центр по работе с населением, обращаясь в департамент городского хозяйства, люди ждут реальной помощи, чтобы им помогли взять ЖКХ под контроль. Уверены, что благодаря работе советов многоквартирных домов, благодаря деятельности территориальных общественных самоуправлений, благодаря вот таким проектам городским, как «Жилкомнадзор», ситуация будет выправлена. Системная совместная работа – залог оперативного решения коммунальных вопросов, говорят эксперты проекта. Они готовы реагировать на сигналы волокжан. Проверку прошли уже свыше 15 управляющих компаний города. Ждут ревизии и другие организации. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда-Портал.